Ты не обессудь, я все записываю. Я абсолютно все записываю. Я на всех тут дел нарываю. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Снука, с вами Сону Чарли, и мы продолжаем проходить 74 на работу. Итак, напомню, что было в прошлой серии. Мы провели почти весь день с Майей, ну а после, под вечер, мы отправились в бар, который находится в Азе Спрингс, и, соответственно, после небольшого такого, всяких там комплиментов и прочего-прочего всего такого, Джон, наконец-то, все-таки сделал ей предложение. О, да, это свершилось, мои хорошие, наконец-то они помолвлены. Ну, мы таким прям гражданским браком с вами жили все это время. Итак, отмечу для себя, я просто была в шоке, когда увидела, что Майя действительно в прошлой серии, предыдущая, очень быстро прокачалась. Я на самом деле лошара, я еще осталась вылечить 3 пациентов, но, если честно, тут не от меня зависело. Получилось так, то, что там действие было-то не у всех. Если бы оно было сразу у всех пациентов, то был бы no problem, да, я быстро бы так пробежалась бы по всем, и все супер, собственно. Вот, ну ладно. У нас сегодня, у нас работает наш прекрасный пупс, поэтому Майя сегодня нормально отдыхает. Конечно, жалко, что в предыдущей серии я использовала, да, сделала зелье, выпила, пришлось, да, купить зелье. Ну, как говорится, с этим ничего не поделаешь. Ладно, просыпайся, мой хороший, просыпайся. Скоро работа. А, через час, да? Супер, супер, даже меньше. Ты уверена? И вы только посмотрите, помолвка, персонажи помолвлены, собираются пожениться, не пропустите. Ну, как, извините, я пропущу это событие? Ну, само собой. Ну, давай, 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 ходи быстрей, ходи быстрей, ходи быстрей, ходи быстрей. Хотя, в принципе, это все равно есть в полицейском участке, ну да ладно, чтобы не занимать геймплей. Так, стать друзьями с персонажем Вадим. Вот это Вадим, да? Вадим. Ой, кстати, напомнишь, в прошлой серии к нам этот пупс пришел, который наш босс. И что-то он от нас хотел, но мы как-то быстро от него слиняли. Я думаю, он не обиделся. Ну что ж, мои хорошие, присоединяемся и Джоном отправляемся на работу. Хе-хей, долг зовет смело двигаться вперед, как говорится. Ой, господи, опять все занято. Опять все занято. Что ж ты с этим делать-то будешь, а? О, досуг у нас так и не повысился, да? Ладно, давай пока будем с тобой просматривать страницы. Ну что ж, нам нужно опять выпустить ориентировку, получить заявление, понятно, от обычного персонажа. Ага, хорошо. Слушайте, а чё вы все тут столпились-то у босса, а? Что? Что? Что вы хотите сказать? Ой, блин, они кривые руки. Вы серьезно, что ли? У нас товарищ откидывается. Ребята, в полицейском участке беспредел. А как я теперь буду работать? Ребята, как я теперь буду работать? Ну, наверное, ему пофигу. Может быть, уйти подальше, а? Может быть, уйти? Оу. Он такой, вот блин, а? Боже ж ты мой, а? Боже ж ты мой. Мало того, что у нас тут периодически беспредел творился в полицейском участке, теперь у нас народ помер. Господи, коллега помер. Давайте устроим потрясающий похорон. Боже, это массовый какой-то. Ну, я не знаю, они как-то так вздыхают прям. Ладно, ладно, где наша смерть? Ну? Подождите, смотрите, смотрите, смотрите. Отметьте, просто все рыдают, все просто... Вот этот больше всех рыдает, наверное, действительно он был ее парой, потому что как-то ему больше всего это прям задело, больше всего. Вот смотрите, где наш этот босс. Да ему пофиг, да ему вообще на это все, а? Что за кто-то помер у него? Ну что, что это был коллега? Эй, эй, а где смерть? Грим Рипер, ты где? Грим Рипер? В общем, пофигу, да? Ой, блин, у него все равно этот мудлет появился. Только посмотрите, а. Преддверие смерти. Смерть кого-то. Смерть персонажа всегда тяжелый удар. Можно оплакивать почившим персонажу могил, чтобы слегка успокоиться. Боже мой, какой ужас, а. Нет, ну в принципе-то мы, конечно, можем с вами это сделать, но, честно говоря, я просто... Блин, а. Я просто не вижу в этом смысла. О, отправить в загробный мир. Ну, в принципе, это все равно, наверное, никуда не денется. Ну да ладно. Ладно, ладно, фиг тут еще рыдать, блин. Но самое главное, то, что мы с вами помолвлены, поэтому ему пофигу на это вообще, на это. Тут кто тут помер? Ладно, давайте с вами, Майя, будем прокачивать, да, рисование. Конкретно беспредел у вас тут творится, вообще. Заступить на дежурство, посмотреть базу данных. Давайте пока расслабимся, мы сегодня заслужили, я думаю, вполне это возможно, изучить заигрывание. Трим-пим-пим. Давай симпедию будем просматривать. Давай будем с тобой просматривать симпедию, походу...
О, и этот пришел. Вовремя, мужик. А ему, собственно, пофигу, смотрите. Слушайте, это реально, наверное, он ее был этот, нет? А, нет, он взрослый. А я думаю, он реально этот пожилой человек. А, отлично, мы с тобой стали внимательными. Итак, нам нужно сделать снимок на месте регистрации. Ну что ж, боссом, я думаю, не будем, потому что мы и так с ним потрясающие друзья. Это кто? Еще один пожилой? Ты только не откинься, ладно? А то мне одной смерти будет достаточно. Итак, кто это у нас? Ууу, кто-то пришел такой. Ну чё, на райончике-то, да? На райончике беспредел, да? Мы оружие тут не выдаем. Чё хотите, не делайте. Мы не выдаем. Зоя опять пришла. Зоя, ты такое ощущение, что это женщина-катастрофа. Там, где она только не находится, где что тут происходит. Да, она, правда, еще там не была в больнице. Да, по-моему, еще не была. А, понятно, он еще спрашивает у него. Ну, в Лос-Антосе происходили такие страшные вещи. А вам что удовлетворяет? Что? А, удостоверение 5 минут назад выдали? Можно поговорить с кем-нибудь старше по... Что? Меня обидели. Меня обидели. Вы только посмотрите. Старше по званию. Такой, боже мой, печаль трава. О, боже мой, это Моська. Как ты мог? Ах ты. Ах ты. Ах ты ж. Как я вас ненавижу. Ничего, я вас после арестую. Будете у меня. Так, 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 так. А, вот, все, я опустила стены. Господи, ты, боже мой. Получается, а, так у нас все-таки получилось, да? Хорошо, задание выполнилось. Так, я еще сделала, остаться допоздна. Просмотреть базу данных полиции. Ну, господи, это все рыдает. Может, он глюкнул, а? Как думаете? Подождите, а кстати, где у нас вот этот Вадим-то? Где у нас Вадим? Давайте с ним вот этим познакомимся, спросить. Ага, теория раскрытия преступлений. Ну, что поделаешь, нам нужен еще один друг. Посмотреть базу данных, сделать снимок регистрации. Давайте кого-нибудь сфотографируем, тот, кто нам больше симпатичен. По-моему, тебя я сфотографировала уже, фоткала. Давайте вот этого мужика, он мне так нравится. Почему-то он мне напоминает Дон Кихота, я не знаю почему. Ну, как-то вот образ такой, гений злой он. Ты прям... А вдруг ты этот, типа... Засланный казачок, а? Ты не засланный, нет? Ну да ладно, хорошо. Ну? Так, я просила, чтобы Майя прокачала навык. Надеюсь, она, собственно, это делает. Хотя у нее какое-то, да, состояние такое, да, нейтральное почему-то до сих пор. Итак, поболтать, ну поболтай, господи, поболтай. Господи, весь геймплей. Ну, на самом деле, просто я не расслабилась. Все. Пошли. Ну, взял. Взял мужика и пошли фоткать его. Кстати, я честно понять не могу, зачем его фоткать, если эти персонажи тут и так сто лет. Так, запереть в камере, назад его вернем, сделать снимок в регистрации. Ребята, мы сделали его уже. Обсудить теорию... Господи, да я только что это сделала. Обсудить теорию раскрытия. Кто же знал, что это задание будет? У нас прям какой-то, если честно говоря, у нас сегодня халявный день, между прочим. То есть мы что-то смотрим туда-сюда, раскрываем, что-то ходим. Так, вот, просмотреть базу данных полиции. Я не знаю, что он там найдет, но можно попробовать посмотреть, может, что-то и найдет. А, понятно, он решил таким образом. Ну? Ты не обессудь, я все записываю. Я абсолютно все записываю. Я на всех тут дело нарываю. Так, ну что ж, база данных полиции... Ну и что нам известно? Угу. Посмотрите, он дело найдет на Майю. А, снять... Господи, ты боже мой. На самом деле, зачем нам обыскивать? Блин, ты реально те же самые персонажи. Ну да ладно, все, иди ко мне. Так, обыскать подозреваем, ну и тебя тоже, соответственно, обыщем и прочее. Нет, я так и знала, что все-таки это будет. Что такое произошло? Ладно, хорошо. Нет, ой. Подожди, а куда он делся? Главное, чтобы все было нормально. Все нормально? Подожди, мне казалось, мы у него убрали уже отпечатки пальцев и обыскивали. А, понятно, он просто отказался обыскивать мужчин. Ну, вообще-то, я думаю, что обыскивание мужчин будет еще более-менее приличным. На обыскивание женщин... О боже мой, это что? Это клизма, что ли? Что это, ребята, все? Что это за... Это не мое, да? Боже мой, какой ужас! Что за пошлость какая-то? Господи, зачем мне это? Объясните мне. Какой ужас. Я не знаю, мне просто сейчас истерика будет. Ну ладно, фикс, это игрушка-то, это фигня. Но вот это то, что это было за смоток. Блин. Ладно, отпечатки пальцев, заступить на дежурство. Хоть что-то. Это что такое?
Слушайте, блин, я не увидела, к сожалению. Тщательный обыск, к сожалению, опрятность не является требованием для Тщательный обыск, обыск подозреваемого, дискомфорт. Ну, что поделаешь, ну, в принципе, да, и так испытывает дискомфорт. Отлично, отпечаточки мы сняли. Отпечатки сняли, и давай тебя... Господи, он может дерзко заигрывать, прекрасный мой, ну ты даешь. Вдохновение, возбудиться, да нет, давай просто мы будем с тобой мыться. Да-да-да-да-да. Слушайте, они такие деловые. Ладно, ладно, пошли с вами мыться. И, блин, что-то я думаю, мы не сможем с вами... Господи, он все стоит рыдает. Ребят, вы что, глюкнули, что ли, а? Скорбеть, отправить душу? Я даже убрать это не могу. Ребята, что делать? Мне, может, поплакать тоже надо за компанию, как и всем? Я не знаю тут. Ладно, давайте... О, во-во-во, заступить, добавить улики. Подождите, вы что хотите сказать? У нас еще что-то есть? Черный волос, активный персонаж, носит шорты. Так вы хотите сказать, что мне не получилось, что ли, все-таки стоит разобраться? Ладно, давайте попробуем еще добавить улики, если есть такая возможность. Может быть, еще что-то с вами получим. Ну, соответственно, тогда действительно отправимся на место преступления. Угу, да, что поделаешь. Так, ну что? Что? Нашел новую улику. Отлично, у нас доступна новая ориентировка. Да, что нового тут? Смотрите, он ничего нового не пишет. Взрослая женщина, то же, собственно, самое. То же самое. Отправиться, выпустить ориентировку. Давай выпустим. Выпустил? Отлично, отлично. Вау. Спортивный зал? Да ладно, ребят, спортивный зал? Окей, хорошо. О, было год, давай мы с тобой будем. Подождите, а вдруг она... А, нет, подождите, это молодой персонаж, да. Я все думаю, правда, а вдруг она действительно взрослая? Нет, она молодой, слава богу. А, вот она, правильно, мы же ее взяли. Мы же ее взяли. Куда она? Но... К сожалению, я ничем вам помочь не могу. К сожалению. Куда-то она... Я не знаю никого. Окей, ребята. Ну, мы поняли с вами, что, в принципе, да, это то же самое, да. Черные волосы, активный персонаж, наш сорт и блузку, взрослая женщина. Я не знаю, есть ли смысл набрать вот эту вот женщину. Ну, как бы, которую мы брали в предыдущей серии. Потому что, в принципе-то, она, конечно, и схожа. Давайте с этой познакомимся. Узнать лучше. Может, с ней флиртовать. Не знаю никого. И я тоже не знаю. И что ты с этим делать? Ты будешь? Что ты с этим... Ладно, тут народу больше никого нет, в принципе. Ну, окей. Окей. Отлично. Ты с ней познакомился? Она кокетливая. Ёшки-матрёшки. Пошалить шокером? Блин, тебе лишь бы пошалить. Расскажи. Ну? Ты ничего о ней не узнал? Ничего, сплетничать. Ну, просто а вдруг. Давайте тогда, ладно, спросим про подозреваемого. Спросим. Ты мне скажи только, ты мне скажи, пожалуйста, ты мне только скажи. Господи! Она комплиментом у нас бросается. Ну, конечно, встретила мужика. Блин, ну реально, слушайте, давайте вот эту будем брать. Хотя я думаю, а вдруг... Ладно, Аня сохранилась. Предложить авантюру. Давайте ее спросим про подозреваемого. Спросить. Прекрасный мой, 2 часа. Я не знаю никого. А ты? А ты хоть знаешь? Взрослый тренер? Что, серьезно? Слушайте, она реально выглядит подозрительно. Давайте будем ее арестовывать. Похоже... Понятно, хорошо, отлично. Значит, все-таки предыдущий раз рыбка соскользнула, да, соскочила с крючка. Ну что ж, мои хорошие, тогда будем с вами допрашивать подозреваемого. Итак, моя прекрасная, побежали с тобой. Побежали, пока у меня силы есть. Побежали, пока есть время, у нас есть час. Все, побежали. Да, ты уставший, я знаю, господи, я знаю. Мой прекрасный. Джон заканчивает работать, у нас 1 час остался. Как предыдущий, вот так будем говорить, серии. Подозревай. Что? Пора отправить эту преступную личность за решетку. Замечательно. И что мне нужно для этого сделать? А, вот оно что, добиться признания. Окей.
Вы только посмотрите, ну? Ну что, осознаешь, что содеянным? А? Сознавайся, сознавайся. Оу. Ес! Ес, молодец! Наконец-то мы довели с тобой это дело до конца. Ну что ж, ну а теперь, я думаю, ее стоит запереть в камере, да? Запросить, собственно, да, давай. Заперем ее. Ага, подожди, так что, в специальной камере? Отдельной камере? Блин, круто вообще-то, между прочим. Иди, иди, иди. Гуляй, Вася. Дело закрыто, хорошая работа, но есть еще один правонарушитель, к сожалению, преступность не дремлен. И вас ждет еще одно дело. Получите задание через компьютер и возвращайтесь. Я спать хочу, вы понимаете, я хочу спать. Ну, в принципе, логично, да, можно было снять у нее отпечатки пальцев и прочее, но все-таки я рада, что в конце концов компьютер посчитал, что да, это она, и все замечательно у нас таким образом получилось. Слушай, хватит, хватит. О, господи, только не говори с ней. Заступить, посмотреть на дежурство. Все, я думаю, это уже лишнее. Давайте с вами, не знаю, с кем-нибудь поболтаем. Узнать получше, боже мой. Вообще-то у меня дело там реально был тренер. Мне так кажется или нет? Мне казалось, раньше не было тренера. Ой, 20 минут осталось. Прекрасно, мы возвращаемся домой. Господи, наконец-то они перестали вопить тут. Плакать. А то они так рыдали, так рыдали. Ну, слушайте, наверное... Блин. У него, наверное, правда депресняк. Что? Что, ребята? Вы что, серьезно? Вы что, серьезно? Ребята, капец. Один день отпуска. Слушайте, круто. Блин, как круто. Мне преподносится огромное чувство по той причине, что, ну, действительно, я не ожидала повышения. Блин, это капец. Мы детективы, ребят, с вами. Вот сделали повышение. Он, смотрите, целый день радостный ходит, хоть он и хочет спать. Ну и, соответственно, у него еда, по-моему, да, хромает. Да, и голодный он немножко. Блин, а, все претерпеваем. Мы такие с вами все-таки. Ну, ребят, крутые мы с вами мужики. В законе работаем. Не зря, как говорится. Итак, Джон получает повышение по должности детектив. Теперь мы с вами, отмечу, мы с вами детективы. Очень-очень круто. Его зарплата увеличится на 14 в час. Теперь мы 52 будем с вами получать. Также он получает премию к окну. Все средства хороши, к окну секретность, окну страдания арестанты. Ужас, как звучит. И к воротам, к обороне готов, к двойной двери шлифованный материал. Ну и 304 симолеона как бонус. Его следующая смена в субботу. Завтра, да? Завтра в 9. Отлично, хорошо. Ну, к сожалению, я все-таки думала, что, может быть, у нас получится суббота-воскресенье в это, как выходные. Но пока вот такие небольшие нестыковки. Ну да ладно, хорошо. Ну что ж, ребята, это просто замечательно, то что, блин, мы получили с вами наконец-то повышение, мы заслужили с вами полноценный отдых. В принципе, даже было, я думаю, замечательно, если мы купим с вами не компьютер. Ну, в принципе, компьютер тоже можно, нормальный телевизор, вот. Нормальный телевизор. Хотя, зачем нам телевизор? У нас есть женщина. Женщина, которая ждет, наверное, внимания давным-давно от нас. Ну, просто в уху так отлично повышает настроение. Ну, в смысле, не настроение. Опять он грохнулся, Что с этим делать-то будешь? Прекрасно, мы доведи дело до конца. Ему пофигу. Ой, смотрите, какая она довольна. Иди сюда. О, смотри. У нее бодрость тоже никакая. А кто там ходит? А, понятно, просто люди, прохожие. Понятно. Да быстрей. Блин, и все на него упало. Ладно, тогда получается, что это будет до утра. Слушай, мой прекрасный, ты просто монстр. Детектив 4 уровень. Станете ли вы одним из лучших сыщиков, как Шерлок Холмс или как Жак Клузо? Время покажет. Следующее повышение — старший детектив. Ух ты, смотрите, мы раскрыли с вами реально одно дело. Заработайте первый балл и раскройте первое дело. И у нас это как-то автоматически получается то, что мы выполнили с вами. Ну, замечательно. Замечательно. А теперь просыпайся. Дорогая, просыпайся. Труба зовет, смело двигаться вперед. Вперед двигаться, да? Давай. Нам нужно подвигаться сейчас. Ну и он очень хочет. У него тоже весь досуг еще никакущий. Отлично. Она не против. Ну, конечно. Давайте отметим это. Мы в прошлой серии как-то не отметили. Замечательно, наконец-то. Собственно, это да, это свершилось. Ага.
А теперь мы законно можем с вами спать. Ну что ж, мои хорошие, я думаю, на этом стоит закончить. Вот такая у нас сегодня классная просто серия была. Слушайте, ну вообще супер. Мы наконец-то с вами получили повышение. Блин, я считаю, что это, конечно, прогресс. За одну серию получить повышение. Блин, я реально не ожидала такого. Ну что ж, мои хорошие, с вами был Кассия, с вами Мисс Чарли. Я вас очень люблю. До скорых встреч. Пока-пока.